Всем привет, меня зовут Илья, вы на канале Зверьё, а это Huawei MatePad Pro, она 11 дюймов в полном соке, то есть у нас с беспроводной клавиатурой, с M-Pencil. Итак, полный комплект, сейчас вам про него все расскажу, как, что, где работает, погнали! Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on it. Поставляется в такой коробке. Клавиатура и стилус покупаются отдельно, ребят. Вот видите, написано 11 дюймов, потому что есть еще версия на 12,6 дюйма. Для людей, кому нужен экран побольше, пожалуйста, 12,6 дюйма. Сзади нам сразу говорят о том, что здесь Huawei Sound. И я вам скажу, ребят, вот здесь вот 4 динамика, по 2 вот здесь по бокам, играет вообще потрясающе. Будете брать для музыки, для игр, для фильмов, вообще улет. В планшете 8300 мАч аккумулятор стоит, максимальную зарядку поддерживает 66 Вт, в комплекте идет суперчардж максимум 40 Вт, имейте в виду. Type-C в комплекте, понятное дело. Ну и плюс скрепочка. Давайте я его разъединю, сниму все-все-все, все чехлы, вот так вот, чтобы мы на него прям посмотрели, а потом все поподробнее расскажу. Итак, 11 дюймов, вот у меня влезает вот так вот, вот я одной рукой держу. В принципе, нормально. Хочу обратить ваше внимание, насколько здесь он аккуратно сделан. Очень классное закругление дисплея, классные грани. Ты его держишь, прям, ну, приятно в руке держать. И ощущается, как какая-то прям, ну, дорогая вещь. Еще у нас планшет состоит. Ну, впереди у нас стекло, 11 дюймов, дисплей. Здесь у нас фронтальная камера. Клавиша выключения находится вот здесь вот сверху. Она очень классно красненькой полосочкой отделена. Ну, просто как такой маленький акцент, чтобы люди знали, что, о, клавиша включения. Сверху находится два динамика. Слева, или, можно сказать, это у нас прям, можно сказать, в таком положении это будет низ планшета. А если вот так ты его держишь, то слева. Здесь у нас находится лоток. Открываем его и обнаруживаем доступ к установке одной сим-карты. Идем дальше по корпусу. На нижней части обнаружим еще два динамика и Type-C разъем. Очень тоненький планшет. Задняя часть пластик. Вот именно, знаешь, такой какой-то блестящий, шершавый. Надпись Huawei. Вот эти вот такие, знаешь, как бронзовые акценты. Выглядит бомбезно. Здесь у нас двойная камера со вспышкой, ребят. К планшету можно взять M-Pencil второго поколения. При помощи M-Pencil мы расширяем возможности нашего устройства. То есть мы, не знаю, там всевозможные различные скриншоты можем делать, можем на них что-то там писать, что-то где-то отмечать, работать в нескольких приложениях. Тоже здесь можно, не знаю, три приложения открыть на экране при помощи стилуса, удобно по ним перемещаться. Он хранится и заряжается беспроводным способом вот здесь вот сверху. Вот таким образом мы его ставим, и у нас отображается, что стилус заряжен на 100%. Вот в этом месте он у нас как бы хранится. Можно воспользоваться такой подставкой, удобной. Вот так вот она вешается, все на магнитах. И задняя часть вот здесь вот, вот у нас вот так вот ходит. Для того, чтобы мы могли вот так вот взять и планшет поставить. Безумно удобная тема. Также, чтобы хранить стилус, мы можем не пользоваться вот этой гранью, чтобы его там заряжать. А чтобы его хранить и переносить, мы воспользуемся вот этой задней частью вот этого кавера. Вот такой вот чехольчик небольшой для как раз стилуса. Мы его сюда убираем. И в эту часть у нас тоже на магните становится. Здесь он носится. Если же ты хочешь получить полностью рабочее решение, чтобы можно было удобно отвечать на почту, писать какие-то тексты, обучение, работа и тому подобное, есть Huawei Smart Magnetic Keyboard. Главное, 11 дюймов, под цвет, все нормально. Выглядит вот так вот. У меня просто версия данной клавиатуры без кириллицы, но это не страшно. Будете покупать, будет все нормально. Очень удобные клавиши островного типа. Все очень мягенько, коннектится только при помощи вот этих двух коннекторов. Все, вообще ничего не надо, ничего заряжать, это просто работает. Вот так вот делаем,
вот здесь вот контакты на этом чехольчике, вот так вот подсоединяется удобненько, вот так вот ставится, все. Клавиатура подсоединена, делать ничего не нужно. Вот так закрыл, все, у тебя такая вот записная книжечка, обычная книжка, блокнот и так далее, полностью готовый к переноске и работе. Планшет весит 450 грамм, не так уж много, не так уж мало, вместе со всем где-то будет под 600. Пришли, вот так вот, хоп, поставили, все, разблокировали и погнали работать. Зашли куда-нибудь и начали. Привет, как дела? Ну, я вот могу практически и без кириллицы писать, потому что я помню, где у меня находится. Но это чисто радио, только видео. Вот так вот, без кириллиц. Клавиатура поддерживает более 40 комбинаций клавиш для управления самим планшетом. Ну, соответственно, с клавиатуры можно управлять и яркостью дисплея, и управлять и громкостью на самом планшете. Прямо отсюда брать скриншоты делать. Значит, по аккумулятору здесь до 11,5 часов можно просматривать видео в формате Full HD. И где-то до 8,5 часов у нас будет веб-серфинга. Работает все четко, экран у нас здесь 120 Гц, 2560 на 1600, по яркости 600 нит будет. Конечно, вся остальная прелесть кроется у нас в операционной системе, как мы будем вообще с этим всем взаимодействовать. Это Harmony OS 3.0. К примеру, хочу я сделать браузер в режиме отдельного окна сюда, а с правой стороны, к примеру, я хочу зайти, ну я даже не знаю, там, в музыкальный плеер, к примеру. И вот я буду одновременно пользоваться и браузером, пожалуйста, и музыкой. Вот, и стилус одновременно будет действовать и там, то есть можно и стилусом, и можно, соответственно, пальцем. И все это дело можно вот так вот еще перетаскивать, то, что тебе нужно. Плюс можно сделать еще вот так вот и вызвать, к примеру, еще и заметки. Я могу заметки здесь еще поставить, к примеру, да не надо мне сворачивание окна. Вот, и плюс у меня заметки еще будут здесь, и я вот здесь хочу написать что-то там, туда-сюда. Вот, у меня одновременно сейчас вот три приложения открыты, я их могу, ну, соответственно, перемещать куда мне нужно и работать на всех трех. К примеру, захотел какую-нибудь картиночку сохранить, давайте вам покажу. Берем вот так вот, открываем еще SuperHub. К примеру, мы там что-то скачали где-то из браузера, захотели. К примеру, переместились мы в файлы. К примеру, взяли какую-то картиночку, можно перетащить вот сюда в SuperHub. Она здесь будет храниться. И мы где-то там по планшету ходим, что-то мы там делаем. К примеру, захотели мы, к примеру, опять вызвать свои заметки, что-то сюда вставить. Я, к примеру, там печатаю. Да-да-да-да. Здесь можно и вот так вот и нарисовать. И, к примеру, давай дальше переключиться опять сюда. Я беру вот эту картинку, вот так вот ее типа копирую, прямо вот сюда типа вставляю. И можно так и в почту делать, и, конечно, куда угодно. Очень удобное место. Поэтому SuperHub — классная тема. Далее, App Multiplier, суперустройство, мультивиндо, все это здесь, ребят, работает. Редактирование видео прямо здесь, Filmora Go, приложение, пожалуйста, бесплатное. Если вы захотели порисовать, то приложение называется Mojang Paint. Ну, их на самом деле полно, куча прям приложений для рисования. Но вот, к примеру, я вот в Mojang Paint буду. Давайте, к примеру, создаем вот такой вот. И дальше все, начинаем рисовать. Ну, ребят, тут уже, знаете, кто на что гораст. Я вот могу нарисовать, к примеру, такой вот глаз. Давайте его второй глаз нарисуем. Такие здесь зрачки сделаем. Опа. И вот такую вот улыбку. Опа, смотрите, все, класс. И вот такой, и зубик один. И вот второй такой. Вот такой вот у меня чудик будет. О, смотри. Злобный Пакман. И дальше там все можно вот так вот растушевать и так далее. Короче, планшет для работы — годная тема. Особенно, конечно, с M-Pencil. Игры, фильмы, развлечения, работа — это все здесь. Классная тема, прям я вообще вдохновлен. Ой, очень классный планшет. Если захотите про него почитать поподробнее, ребят, ссылка будет в описании. Переходите, смотрите, пишите также в комментариях, что вы думаете по поводу этого планшета. Я вам его на самом деле рекомендую, тема классная. С вами был Илья, вы были на канале Зверьё. Давайте, пока!